Закон, да, на данный момент его даже нету, соответственно, посмотреть. Все сырые моменты, они будут возникать в процессе предоставления государственных услуг, да? Я скажу по своей линии. Опять методом будем проб, ошибок. Команда дана и вперед. Дала команда, а нет, уже мы на опережение сработать, а? Выяснилось, что даже те, кто сейчас должен быть задействован в этом процессе, не понимают до конца его смысла. Видите ли вы для себя какие-то плюсы? Ну, вроде бы как бы нет. Я просто не знаю все детали. То, что она будет в электронном виде, я не знаю, для кого это будет удобно. Только больше волокиты будет. В нашем холдинге 15 брендов, но ни от одного из производителей, либо государственных органов власти мы пока разъяснений не получали. Процедура сделки теперь будет более прозрачной. Автолюбитель может проверить досконально всю историю. И нет ли риска взлома персональных данных? Ведь все это переходит теперь в плоскость интернета. Мы долго к этому готовились, долго об этом говорили. И я надеюсь, что мы все-таки начнем.